Всем привет, меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня я вам покажу очередные покупочки из магазина Fix Price. Итак, первое, что я купила, это набор кухонных ковриков. Размер 45 на 29 сантиметров, защищает от грязи, повреждений и легко моется. Помогает сохранять продукты свежими, подойдет для холодильников и сервировки стола. В наборе две штуки, цена 55 рублей. Я купила два набора и один уже распаковала, посмотрела. С одной стороны поверхность рифленая, с другой стороны поверхность гладкая. Купила для холодильника. Крем-краска Хна, тон натуральный, русый. На обратной стороне есть инструкция по применению, также по длине волос вы можете посмотреть, какое количество краски вам нужно покупать. Я на это не обратила внимания, купила одну, и мне не хватило краски. Волосы у меня по плечи. Также хочу сказать то, что тон от заявленного сильно отличается. Краску я держала 40 минут, как заявлено в инструкции. Но тон у меня получился темно-коричневый. Цена 55 рублей. Купила три таких вот корзиночки. Стоит такая корзиночка 11 рублей. Размер 20 на 10 на 5 сантиметров. Купила для косметики. Набор батареек, цена 55 рублей, 10 штук. Вот такая повязочка косметическая, цена 77 рублей. Уже попробовала, не давит голову, удобно, хорошо, мягенько. Но единственное, что качество оставляет желать лучшего. Торчат нитки какие-то вот. Тут непонятное, что тут вообще. Также купила вот такие печенья, сдобное, с карамелью, 350 грамм, цена 50 рублей. Печенью купила чай Тесс, покупаю такой чай впервые. В пакетиках 20 штук пакетов, клубника и банан. Не знаю, как будет на вкус, будем пробовать. Еще купила вот такой вот футлярчик для хранения спонжи, 77 рублей. Купила в черном цвете. Вот так вот он выглядит. Вот так вот. Черный с золотом. Ручка стилус с фонариком выполняет 4 функции, как ручка, стилус для сенсорных экранов, подставка для телефона, фонарик и очистка экрана. Так вот, давайте посмотрим, как фонарик. Вот, работает. Сама ручка. Поворачиваешь, стержень выходит. В другую сторону поворачиваешь, он убирается. Так, давайте посмотрим, как он рисует. Пишет нормально. Посмотрим теперь, как работает под подставку. Поставили телефон, держит. Но единственное, что телефон как-то вот сюда заваливается. А, вот все. Все, держит очень удобно. Так, не помню, говорила, сколько стоит или нет. Стоит 50 рублей эта ручка. Еще купила вот такие вот спа-носочки «Релакс-терапия».
Так, носочки для смягчения и увлажнения кожи стоп. Помогает снять усталость после трудового дня. Обладает успокаивающим и смягчающим действием. Надолго оставляет приятный аромат после использования. В состав входит масло макадамии, масло ши, экстракт герани, экстракт розмарина, экстракт пчелиного маточного молочка и листьев чайного дерева. И появились в нашем фикс-прайсе вот такие масочки. В маску входит активная сыворотка для глаз, тканевая маска и ночной крем. Антивозрастная система с коллагеном, лифтинг-эффект. Давайте посмотрим, что она нам дает, эта маска. Сокращает мимические морщины, улучшает состояние кожи, активно омолаживает, увлажняет и повышает тонус и стимулирует выработку кожей собственного коллагена. И вот такую масочку я еще взяла. Это тоже антивозрастная система с экстрактом улиточной слизи. Тоже сыворотка входит, тканевая маска, ночной крем, восстанавливающий эффект. Что нам дает эта маска? Регенерирует и увлажняет кожу, защищает клетки от преждевременного старения, улучшает микроциркуляцию, омолаживает и подтягивает кожу. Трехступенчатая антивозрастная система. Ну вот такие покупочки у меня сегодня были. Всем спасибо, кто досмотрел данное видео до конца. Ставьте лайки, не забывайте подписываться. Всем пока-пока!